Шалом, вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасии Воронина. Сегодня в выпуске. Боевые действия, военная операция Цахала на юге сектора Газы входит в завершающую фазу. Материальная поддержка Федерации еврейских общин России помогла оренбуржцам после наводнения. Учебный процесс в Москве готовится к открытию еврейского класса для дошкольников. В секторе Газа израильская армия расширила операцию в Рафиихе, подключив к ней дополнительные силы. Военнослужащие применяют авиацию и артиллерию. По мнению экспертов, оперативные действия в этом городе должны завершиться в ближайшую неделю. Сегодня в анклаве был ликвидирован командир спецназа Хамаса, принимавший участие в резне 7 октября. Он также отвечал за координацию снайперов. Тем временем ситуация на северных рубежах стабильно ухудшается. Хизбалла усиливает мощь обстрелов, а глава реорганизации шейх Насралла пригрозил сухопутным вторжением. В ответ в Израиле заявили, что в случае войны превратят Ливан в Газу, намекая на большие разрушения и жертвы. Форум директоров национальных сообществ Всемирного еврейского конгресса провел в столице Болгарии саммит, посвященный борьбе с антисемитизмом. Программа предоставила десяткам руководителей еврейских общин практические инструменты и способствовала развитию инновационных подходов к повышению устойчивости и жизнеспособности еврейской жизни во всем мире. Одно из ключевых заседаний было посвящено необходимости тесного сотрудничества общин на дипломатической арене путем использования сети и опыта Всемирного конгресса для защиты своих интересов, повышения осведомленности о проблемах среди мировых лидеров и организаций, предоставления дипломатической поддержки и руководства в решении сложных политических проблем. Помимо этого, в ходе дискуссии были затронуты такие темы, как повышение квалификации молодых лидеров, обретение еврейского единства, продвижение гендерного равенства и инклюзивности. Федерация еврейских общин России направила материальную помощь пострадавшим при наводнении в Оренбургской области. Раввины вели персональную работу с каждым из них и старались оказать максимальное содействие. В результате денежные средства получили 14 семей. Это стало частью благотворительного направления деятельности ФИОР. Напомню, что организация регулярно оказывает гуманитарную и материальную помощь нуждающимся, реализует социальные проекты. Несмотря на религиозную направленность, она поддерживает не только членов общины. Нью-Йоркская синагога подверглась акту вандализма. Несмотря на усиленные меры безопасности, пропалестинские протестующие нанесли граффити на здание одного из крупнейших молельных домов на Манхэттене. Они испортили отрывок из благословения библейского персонажа Валаама на фасаде, написав «Палестина» под словом «Израиль». Местные жители выразили солидарность с прихожанами после этого инцидента, собравшись у синагоги, а городские чиновники и политики осудили акт вандализма в социальных сетях. В Russian International School открывается еврейский подготовительный класс для дошкольников. В программе занятий изучение иудаики, иврита, национальных традиций, а также развитие креативности и общения. Лена Музык расскажет подробнее. Выбор школы – непростой процесс для всей семьи. Именно эта ступень – одна из первых и самых важных этапов жизни ребенка, который в будущем станет прочной базой для успеха. В сентябре 2024 года в детском центре «Малка» на базе Russian International School при поддержке еврейской общины будет открыт еврейский класс для детей дошкольного возраста. Он станет первым опытом организации учебного процесса в международной школе с учетом национальных особенностей конкретной культуры. В этом классе будут учиться детки 2018-2019 года рождения. Они будут получать общеобразовательную программу, международную программу, а также будут продолжать получать знания по еврейским традициям, ивриту. У них обязательно будет кошерное питание. Изучение иудаики и праздничных традиций поможет детям укрепить свою идентичность и уважение к своим корням. Изучение иврита откроет новый мир языка и возможность общения на иврите, что также будет ценным навыком для их будущего. Современные методики, применяемые в классе, помогут развить у детей креативность, общение и способствуют разностороннему развитию личности. Дети смогут проявить свои таланты, участвуя в различных мероприятиях и творческих занятиях. В классе будет создана дружественная и поддерживающая обстановка, где каждый ребенок будет чувствовать себя в безопасности и комфорте. Для нас очень важно, что наши дети воспитываются в еврейских традициях, что они знают свою культуру, что они знают иврит. И мы бы очень хотели поддерживать данный мягкий, добрый еврейский мир для них и далее. Цель еврейского класса – способствовать культурной и социальной интеграции детей. Контингент международной школы составляют представители разных стран и разных национальностей.
Для них важно видеть и уметь ценить разнообразие и красоту других культур. Это не только расширяет кругозор, но еще со школы прививает уважение к другим и воспитывает толерантность. Для нас очень важно, чтобы детки, переходя в другую школу, в светскую школу, продолжали получать еврейское образование, еврейское воспитание. Очень хочется, чтобы этот мир, в котором они находятся сейчас, присутствовал и далее в их жизни. Для этого в классе еврейском будет работать куратор, еврейская девушка, и педагог-носитель по ивриту. Родители могут быть уверены, что их дети находятся под присмотром опытных специалистов, которые знают, как обеспечить правильное развитие каждого малыша. Важно, чтобы дети с удовольствием посещали занятия, и новый еврейский класс обещает стать для них увлекательным местом, где они смогут не только учиться, но и радоваться общению с друзьями и погружаться в увлекательный мир иврита и иудайки. Мы очень ответственно относимся к образованию наших детей. И выбор Russian International School как партнеров для создания еврейского класса был также не случайным. Для нас очень важно, чтобы дети получали качественное светское образование, а также еврейские традиции и иврит. В Russian International School замечательная программа общеобразовательная, а также прекрасные педагоги, носители английского языка, сертифицированные и высококвалифицированные. Приходите, будем очень рады. Russian International School – светская школа на севере Москвы. В ней параллельно осуществляется российская и британская учебная система. Обучение происходит на двух языках – русском и английском. Высокие образовательные стандарты, индивидуальный подход и бережное отношение к еврейским традициям и культуре – все это вы найдете в Russian International School. Более 50 синагог по всей Флориде получили по электронной почте угрозы о взрыве. Это произошло на следующий день после того, как губернатор Рон ДеСантис объявил, что штат выделил больше средств, чем когда-либо, для обеспечения безопасности от антисемитских нападений. В религиозных зданиях провели эвакуацию прихожан, были вызваны саперы. Однако после тщательного обыска подозрительных предметов замечено не было. Местные государственные органы начали расследовать факт рассылки ложных сообщений. Отмечается, что в США угроза взрыва в виде email является федеральным преступлением и может повлечь за собой тюремное заключение на срок до 10 лет в случае вынесения обвинительного приговора. И последнее. Сразу после выпуска новостей на Первом еврейском смотрите документальный фильм Леонида Йоффы «Евреи, с которыми интересно познакомиться». В кинокартине рассказывается история о сефардах России. Медиагруппа «Первый еврейский» имеет собственное кинопроизводство. Глазами нашей съемочной группы можно увидеть историю евреев времен Второй мировой войны в Европе, а также узнать о жизни выдающихся евреев в разных уголках планеты. Все это вы можете найти в разделе «Документальные фильмы» на Первом еврейском. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи.